Из раздевалки выходит, вероятно, самый знаменитый футболист Советского Союза. О его победах и неудачах написаны тысячи слов. Семикратный чемпион СССР. Пятикратный обладатель в составе Киевского «Динамо» Кубка СССР. Дважды Кубка обладателей кубков. И один раз самого почетного приза Европы Суперкубка. Лучший футболист Европы 1975 года. Дважды бронзовый призер Олимпийских игр. Сборная Советского Союза. Чанов, Дешонов, Чеванцев, Молдачан, Горбукович. 109 матчей за сборную страны. 428 высшей лиги. 302 забитых мяча – зачет клуба Федотова. Двадцать июня 1989 года. На республиканском стадионе в Киеве закончился футбольный матч сборная СССР, сборная мира. Вы только что сыграли свой прощальный последний матч. Что вы чувствуете сейчас? Не знаю. Наверное, усталость. В первую очередь. Ну, во-вторых, наверное, грусть, что больше никогда не выйдешь сюда.